Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик. Блиц-турнир добавили уже на других серваках. Довольно-таки неплохие плюхи. Ремочку поменяли на СО, Була добавили. Ну, в общем, все как всегда. Правда, вопрос героя я не помню, давали, не давали. Сейчас я гляну, у меня, по-моему, скины на этого собраны. Где там он? Он же через донат покупался вместе с скинами. Я уже даже забыл, был Некрос там или нет у нас, но сегодня его добавили, да, вот. Куча скинов, по сути, бесполезно. Так, что у нас есть интересного на английском? Вот такой вот обалденнейший, как по мне, коллекционер. Ну, просто бомбический. Посмотрите, что дают. Здесь дают скин на Рино, 300 этих, но за Ice Lady дают и талантик, и 10 осколков. В принципе, неплохо. Но вот это вот самый кайф. Когда заходишь, роли за ЗП-шки. Где там у меня... Синь-зелень, она падает, в принципе, здесь неплохо. Вот 25 раз мы паролили. Вот забрали под 300 камней. Ну, я не знаю, еще осталось ангела словить. Вот реально кайф. Так, попробуем словить ангела. Вот ангел, ну 50-60, да вы на халяву получаете по 300 камней, реально круто. Так, есть дискаунт, сейчас посмотрим, что тут дискаунт, такой же, как и был. Да, камни, СС-ка, тоже очень круто, островок. Есть, тут ничего нету, поехали дальше посмотрим. Олени. Обалденная акция. Настолочка. Нифига себе. Нифига себе, сколько сегодня. О, новая настолка, ребят. Посмотрите на настолку. 15, и вы получаете героя. 10 лисичку. А что за минималки? 150. Скин на Бубича. Ну, в принципе, даже минималка тоже неплохо. Но реально, новая настолочка. Нифига себе. Прикольненько. Поехали посмотрим, что на рынке у нас есть интересного. Accumulation Pack. Опять есть набор. Ну, я так понял, это уже будет каждый день. За минималку вы можете получить обалденные плюхи. Вот монетки. Тоже неплохо. Сундуки. Но пак накопления реально крутое. Вот опять Барт этот. Мэри. И хочешь вариации героев. Бард и тут, короче, барда раздают полным ходом. Ну, новая настолка неплохая. Кстати, я так и не глянул, хочу глянуть, сколько камней дают. А, уже 8 дают. Обалдеть. Все дешевеет. Такс. Кто по основном рынке? Так, большой пак. Здесь скины на героев. Эти все скины у нас уже есть давным-давно. Так. Ну, довольно-таки неплохо. Считайте, коллекционер, настолка. Обалденные. Так, забрали. Поехали на немецкий сервер. Посмотрим, что там интересного. А там, по-моему, вчера была хватайка. Я заходил, смотрел. Сейчас попытку вряд ли добавят новую. Так. Тут у нас карты полным ходом продают. Базар маркет такой же. Хватайка. Ну, тут, по-моему, плюхи, ну, я не помню, изменили, стенную веру добавили.
В сундучке это все по стандарту. Так, немка пока не обновилась. Поехали на Тайвань, сбегаем. И на русский сервер. Так, тут у нас за один саммит наборчик, накопление за питомцев, накопление за трату, карточки, накопление за донат, леса целые, ну просто капец, смотрите, зефир, коса и леса, неплохо, еще 40 осколков, крутое тоже накопление. Так, тут 60 осколков продают. Ну, довольно-таки неплохо. И по акциям что-то новое есть. Я все то же самое. Поехали на русский сервер. Что у нас на русском? Вот за один пак продают. Тоже, смотрите, один пак сразу же герой. Но есть дешевле. Такс. Что тут у нас еще? Ждите видосики из серва, где намного все дешевле. Накопление тоже относительно неплохое на русском сервере. Набор одного самоцвета, нифига себе. Вот это поворот на русском сервере. Подгончик. Да, дофига сегодня наборчики месяца. Ну, самики тоже халявные. Почему бы и нет. 1+1 даже есть. Магазинное безумие на русском сервере. Нифига себе. Ну, такое. Большая выгода. Подарки. Сбежавшая линия. На MX-10. Настолка. Какая-то новая акция. Собери картинку. Посмотрим, что за... Собери картинку. Сколько всего нового. Участвует в конкурсах официальных аккаунтов Castle Clash или Instagram в игры 1000. Короче, все понятно там. Так, парящий остров. Ну, довольно-таки неплохой день сегодня, как видите. Дофигища. Дофигища просто акции. Настолочка тоже изменилась. Тоже довольно-таки неплохая. Такс. Ну, с этим мы разобрались. Поехали делать утренний конкурс. Делаем за 450. Сейчас единственное, я открою сразу же комменты. Так, все есть, опять скидки. Это у нас какая была? 11-я. Я не ошибаюсь, да, это 11-я. Угадайка. Такс. 150. Фараон. Я уже ничему на абрикосы аккаунте не удивляюсь. Каждое утро за 450 лига. Так. Ищем.
Фараон, нифига себе. Кристаллический эктоплазм и тритон. Очень рядом. Угадал фараона, красавчик. Фараон, шаман, синяя слизь. Нифига себе, Георгий. Синяя слизь, фараон, тритон. Офигеть. Ну, реально, двое. Давайте посмотрим тритона. Очень рядом. Тритон, слизь, панна. Тритон, синяя слизень. Шамана тут фараон. Андрюха тоже очень рядом был. Тритон, паладин, рыцарь. Ну, в общем, вот так вот, ребятушки. Очень рядом. Просто очень рядом. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.